До Нового года остается меньше недели. Волгоградцы в предвкушении праздника уже тренируются в запуске петард. Чтобы праздник прошел максимально безопасно и не обернулся человеческими трагедиями, активисты и координаторы проекта «Народный контроль» провели рейд по проверке правил торговли пиротехникой. Наличие необходимых сертификатов и соблюдение пожарной безопасности были приоритетными пунктами проверки. Помимо этого, продавцов протестировали на знание законодательства. К слову, ни один из продавцов не согласился продать товар несовершеннолетнему. А ведь именно халатность продавцов и предпринимателей зачастую приводит к различным ЧП, связанным с использованием пиротехники. Поэтому главная задача рейда заключалась в том, чтобы все эти правила неукоснительно соблюдались. С начала декабря такие рейды проходят по всей территории нашей страны. Координаторы, активисты проекта выходят в рейды. Конечно же, мы наблюдаем за тем, насколько исполняются требования к продаже пиротехнических изделий. Продаются ли такие изделия несовершеннолетним, что является незаконным. Я напоминаю, что до 16 лет невозможна продажа пиротехники несовершеннолетним. И отдельные случаи даже до 18 лет, тогда, когда мы классифицируем пиротехнические изделия как самые опасные. Безусловно, мы проверяем и условия хранения, наличие сертификатов, но в целом можно сказать, что уже по промежуточным итогам наших рейдов, я напомню, что мы будем подводить, скажем так, уже окончательные итоги чуть-чуть попозже, но и сейчас можно сказать, что в целом по стране мы фиксируем меньшее количество нарушений по сравнению к прошлому году. К счастью, серьезных нарушений в ходе рейда не обнаружилось. Лишь в одной торговой точке возникли вопросы к сертификатам на некоторую продукцию. В целом же народные контролеры отметили положительную динамику в организации торговли пиротехникой. Народный контроль не первый год проводит подобные рейды. Сегодня мы находимся в рейду по пиротехническим изделиям по территории города Волгограда. Могу сказать, что год от года ситуация меняется в лучшую сторону. Покупатели все меньше нам обращений направляют, потому как продавцы подстраиваются под реалии сегодняшнего законодательства, по требованиям современного дня. Мы сегодня видим, что вся практически продукция произведена легально, сопровождается сертификатами соответствия, подробная инструкция на русском языке, которая отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе хранения, эксплуатации и утилизации пиротехнических изделий. Тем не менее, участники рейда призвали продавцов не расслабляться и пообещали приехать на контрольную проверку. В свою очередь, продавцы заверили, что все недостатки и недочеты будут обязательно устранены.